Вот мой чистый холст. Через 2 часа вы посмотрите, что получилось. Потому что у меня есть вот такие краски с собой. Художник и блогер из Уфы Альбина Антипова делится впечатлениями об участии в новом проекте со своими подписчиками. В Ширяево девушка впервые. Признается, места очень красивые. Природа очень красивая, мир он очень красивый. Это все завораживает. И нельзя пройти просто мимо, не нарисовав. Проект «Поезд на пленэр» проходит по национальному проекту «Культура» и является продолжением проекта «Культурные выходные», который нацелен не только на популяризацию путешествий по железной дороге, но и на развитие внутреннего туризма, формирование имиджа региона. Профессиональные художники из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля и Москвы запечатлели живописные места села Ширяево, где когда-то творил Илья Репин. Лариса Шлафаст, «События».